Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня хочу снять такой скоростной ролик. Не собиралась я его снимать, но вот вам показываю кардиган, бомбер. Есть видео у меня на канале, была рекомендация на эту пряжу, называется Ализе Суперлана Макси. Оставляла я ссылку, не знаю, девчонки, покупал кто-то из вас, не покупал. Ну, кто покупал, я уверена, разочарованный точно так же, как я. Вот сейчас хочу вам показать, что случилось с моим кардиганом. Вот, смотрите, видите разницу полочки и разницу спинки, да? Если она у меня изначально была 60 сантиметров, вот на вот эту часть, на 13 сантиметров, только полочка вытянулась. Девчонки, это при том, что он не стиран. Я его безумно любила, вернее, я его и сейчас люблю, но мне просто обидно, я хочу его носить. И вот сейчас я не знаю, мне и цвет вроде бы нравится, и на ощупь нравится, но вот что с ним делать? Вот, смотрите, рукав внизу растянулся. Я думаю, что те, которые со мной давно видели это видео, вот, на 10 сантиметров вытянулся длину рукав. Смотрится безобразно. Его уже, вот я сейчас по ходу поставляю фотографии, как он выглядел изначально. И вот что из него случилось. Сейчас я вам еще покажу на манекене. Вот такие вот, видите, вот видно, да, я вам думаю. В общем, расстроилась и не знаю, постирать его, посмотреть, либо сразу распустить, привязать. Вот что делать. Поэтому снимаю для того, чтобы вы не повторяли моих ошибок. Не покупайте эту пряжу. Хотя Ализе, как казалось бы, это очень должна быть качественная пряжа, по моему мнению. Ну, в общем, я не знаю. Вот такое у меня расстройство. Решила с вами поделиться. Ссылку я вот не знаю, посоветуйте мне, что делать. Под видео я оставлю, потому что кардиган классный, как бы мастер-класс на вот этот кардиган. Но ссылку посоветуйте, что делать. Убрать, потому что не все же посмотрят вот это видео, а вдруг кто-то купит и тоже будет вот такое вот то, что у меня вот непонятное, безобразное. В общем, вытянулся он в принципе больше вниз, но вот видите, да, весь он какой-то деформированный получился. Ну, в общем, одно расстройство. Вот так на манекене он вроде бы как и смотрится. Но на самом деле, девчонки, он безобразен. Вот сейчас он в безобразном состоянии. Вот, кстати, катышки на нем, ну, не так сильные. Это ничего не могу сказать насчет катышков. Они есть, но не критично. Ну, и вот, смотрите, разница, да, спинка и передняя деталь. Вот смотрите, как это понять. Вот как это понять, если одинаковое количество рядов? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот, ну все. Ну вот, я думаю, вам видно катышки в каком состоянии. И это при том, забыла сказать, что я его одевала вот от силы 15 раз за прошлое лето. Этим летом ни разу не одевала, потому что я его несколько раз доставала и думала, вот что же мне с ним делать. Вот люблю я его, ну и одеть я его не могу в таком безобразном состоянии. Все, девчонки, пишите, у кого был подобный опыт, может, с другой пряжей, не знаю. Пишите, будем друг друга предупреждать. Вот. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.